Еще недавно дантисты в основном занимались лишь лечением и удалением. А сегодня от врачей требуется более тонкая, почти ювелирная работа. Уже более 10 лет на Всероссийском чемпионате стоматологического мастерства проходят выездные финальные конкурсы в номинациях «Эстетическая реставрация зубов» и «Медицинское отбеливание зубов» в стоматологических клиниках разных регионов. В прошлом году звание чемпиона России по стоматологическому мастерству завоевала врач-стоматолог клиники «Дентамед» из Чебоксар Наталья Быкова. Стала членом жюри в новом чемпионате, привезла конкурс столицы Чувашии. Я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Стоматологическая клиника «Дентамед» не просто врачебная студия. Это инновационная площадка. Врачи-профессионалы это подтверждают отзывы пациентов, результаты всероссийского конкурса в Смоленске и то, что стоматологи клиники в этом году вновь стали участниками чемпионата. У клиники есть и другие серьезные достижения в работе, на которых останавливаться не собираются. Мы работаем с международной организацией по стандартизации стоматологии. Это с международным экспертом из Голландии. Они 6 раз приезжали к нам, 6-й год. И мы внедряем у себя профилактическую стоматологию. Мы сейчас полностью хотим отказаться от металла и изготавливать зубные протезы из безметалловой керамики. Это из диоксида циркония. Стоматолог-терапевт Анастасия – врач молодой и перспективный. По ее словам, она знала, на что идет, обучаясь непростому ремеслу. Помочь людям обрести красивую и здоровую улыбку – для стоматолога главная задача. Я решила, что стоматология – более приемлемая мне профессия, потому что именно это направление позволяет дать пациенту эстетичные результаты. Пациенты желают обладать голливудской улыбкой. В первую очередь, конечно же, это позволяет сделать отбеливание зубов. То есть мы можем осветлить за одну процедуру у пациентов оттенок зуба на несколько тонов, до 80 оттенков. Эстетическая стоматология сегодня развивается стремительно. Соответственно, возрастают к ней требования, появляются новые техники. В этом году сложилось так, что кроме Москвы, все остальные финалисты представлены городами на Волге. Волгоград, Нижний Новгород, Уфа, Чебоксары, Киров и Самара. Клиника «Дентамед», в которой мы находимся и проходит финал, уже несколько лет является инновационным центром стоматологической ассоциации России по Чувашской республике. Ну и это не может не сказаться на условиях конкурса. Профессионалы клиники «Дентамед» могут подарить людям красивую и здоровую улыбку, даже если зубы сильно повреждены, разрушены и деформированы. Отбеливание зубов делает улыбку гораздо ярче. Эффект от отбеливания мгновенен. Кстати, в этой номинации лучшим врачом конкурса стала стоматолог этой клиники Анастасия Винокур. Она заняла первое место, в очередной раз подтвердив, что доктора клиники – профессионалы.